Ты где, чудовище? Ох, как тебя колбасит-то, а? Остасис, дай! Фу! Что, еще двое? Да встаньте вы! Всем привет, меня зовут Дмитрий, канал UFO Play, и сегодня мы продолжаем Dead Space. В прошлом видео мы отремонтировали антенну, связались с кораблем USM Whaler, который летел к нам на помощь, сразились с еще одним огромным тентакливым монстром, постреливали ему щупальца, которыми он в нас бросал всякие нехорошие предметы, узнали, что у нас на борту есть челнок, на котором можно свалить сашимуры. И столкнулись с этим самым USM Whaler, потому что они подобрали спасательную капсулу, в которой мы заперли монстра и выбросили его за борт. Странно, что они не смогли отбиться всего лишь от одного некроморфа, но нам повезло, у них на борту есть деталь, которая нужна нашему челноку. Начинаем? Выходи. Кто тут? Нет никого. Хорошо. Что у нас в багажнике? Ничего. Плохо. Опять вы. Отойди. Ну что, через двери ходишь или... Ходит, зараза. Еще как ходит. От первой избавился. Вторая где-то сзади. Слышу. Уйди, голова. Отстань. Все, нет головы. И это хорошо. Нечего тут головам ползать. Идем дальше. Так, где же в нас этот Whaler врезался? Где на него вход? И кто нас там ждет? Сейчас найдем. Так, кто? Кто ты, чудовище? Отстань. Не-не-не-не-не, отстань. Отстань, говорю. Беги, Айзек. Беги, оно тебе не надо. Я сейчас не справлюсь с этой тварью. Не беги сюда. Даже не думай заходить. Я в магазине затариваюсь. Как же оно воет, а? Так. Плазменная энергия, 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 энергия. Побольше плазменной энергии. Пару лезвий для трубореза. И несколько средних аптечек. Все, денег снова нет. Кто? Отстань. Уйди. Уйди, ты мне не нужно. И тараканов своих забери. Так целенаправленно ползет ко мне, понимаешь? Даже страшно открывать следующую дверь.
и воют там всякие за спиной. Ура! Очередная глава завершена. Восьмая уже? Да мы скоро так всю игру пройдем. Конечно, желаем сохраниться. Только затарились. И куда теперь? Мертв по прибытии. Хорошо сказано. Это так глава называется. Мертв по прибытии. Ну да. Твою мать. Что ты дошел? Слушай, я нашел список вооружений Вейлера. Не думаю, что они случайно оказались тут. Они не проводили разведку, не патрулировали. Корабль снарядили для боевой операции против Голдсайта, против Пешевуры. А чё ж они тогда слили одному монстру? Я снова потеряла его. Никакого сигнала от Икса Хэммонда. Найди конвертер и сваливай отсюда. Раз они так были вооружены, какого они тогда какому-то несчастному некроморфу проиграли? Нехорошо. Больше здоровья, богу здоровья. Восстановили. Молодцы. А я уже думал, не восстановят. Начал переживать. Так, что у нас по инвентарю? А, забыл сдать микросхемы. Ай-яй-яй. А, вот и магазин, отлично. Сейчас сдадим все. Еще немного патрончиков прикупим. Не-не-не, аптечку не продаем, аптечка нам нужна. Полупроводники продаем. Блин, мне бы костюмчик 4-го уровня. Ну да ладно. Лезвие-труборез и... пару батарей. Все, зарядились. Всем, чем надо. Жизнь хороша. Идем дальше. А, вижу значки, опять гравитации не будет. И кислорода, что ли, не будет? Да ладно. Ох, ё! А это что за... нафиг? Зона невесомости. Айзек, удар сорвал люки одного из орудий Вейлера. Зеленые сферы, которые ты видишь, очень радиоактивно, а шлюз заклинило. Тебе нужно сбросить их в космос, прежде чем попытаешься попасть внутрь. Угу. Хорошо. А кто-нибудь мне мешать будет? А, кислорода не будет, теперь понятно. Почему баллон давали? И все остальное. Сейчас шлюз откроется и все. Поминай, как звали, весь кислород. Что, она мне еще радиация ёкнула? Ну, блин, ты даешь. Я думал, они безвредные. А нет. Это монстры. Опасно. Где? Где? Выходи, монстр. Тебя сейчас распилю. Что ты ко мне подкрадываешься? Отойди. Отойди, говорю. И ты, пёсель, распиливайся. Вот так.
А ну, брысь, радиация! Да ты издеваешься! Сколько же вас тут? Только пилить соберешься! Как они тебе хоботок тянут? Да заканчивайтесь вы! Я сейчас в космос открытый упаду! Не задыхайся, Айзек, у тебя еще 40 секунд. Распиливайся, я тебя уже почти допилил. Вот так-то. И ты не прыгай, не уворачивайся. Опились получше. Да ты издеваешься, сколько же вас тут? Сейчас воздух закончится. И не кусай меня. А то сейчас пистолет достану, стрелять буду. Где еще одно? Иди сюда. Иди, говорю. Откуда? Я его не вижу. О, есть. Нашелся. Надеюсь, больше никого не будет. Потому что я... Да. Не хочу тратить аптечки больше. Куда ж ты летишь-то? Радиоактивные материалы удалены. Да цепляй ты эту сферу радиоактивную. Радиоактивные материалы удалены. Вот так-то лучше. И еще. И не цепляется? Что ж ты будешь делать-то? Что, мне тебя отсюда цеплять, да? Да отойди ты. Не путайся под ногами. Человек. Ну цепляйся, что ж ты? Да, сферы это не мое, я слишком для них хорош. Мне бы еще подышать, а то сейчас задохнусь. К черту. Где там кислород был? Дайте подышать. Не задыхайся, все хорошо. Держись, Айзек. Три сферы осталось. Которые мы сейчас как? Выбросим все. Ну, выбрасывайся. Материалы удалены. Так-то лучше. Радиоактивные материалы удалены. И еще две. Радиоактивные материалы удалены. Где-то тут я видел еще одно. А, вот. Вот она. Материалы радиоактивные. Радиационная тревога отключена. Замки разблокированы. Ишь ты, воевать они с нами удумали. Ага, сейчас.
Не зря им капсула попалась. Хотя странно, что они от нее не отбились. Конечно. Очень странно. Люди вроде бы подготовленные. Наконец-то побродим по коридорам чужого корабля. Кто тут? Выходи. Ищи необходимые детали в двигательном отсеке на корме. Я регистрирую тяжелые повреждения. Возможно, понадобится обходной путь, чтобы туда добраться. Ну, естественно. Я не удивлен, что все просто не будет. Обходной путь. Еще какой-то. Ну почему? Вход не там, где нужный нам элемент. О! Трупы лежат. Нельзя, чтобы они тут лежали. Что-то же их оживило. Поэтому разваливайтесь. Вот так-то лучше. Дверь закрыта. Значит, идем сюда. Вирус подействовал на солдат не так, как на всех остальных. Должно быть дело в стазис-модуле, который вшивает боевую броню. Эти модули с различными сплохью, делая их быстрыми. Очень быстрыми. Будь осторожен. Вот только быстрых, очень быстрых мне не хватало. Я и так по ним стреляю. Даже по медленным плохо стреляю. А тут очень быстрыми. Ну нафиг. Не надо мне очень быстрых. Давайте обычных. Стандартных, так сказать. Отстань, не мешайся. Сейчас мы аккуратненько все туда сложим. Что нам мешает? О, бежит уже кто-то. Иди сюда, стрелять буду. Побегун. И не бегай больше на меня. Ты где, чудовище? Ох, как тебя колбасит-то, а? Астазис дай! Фух! Что, еще двое? Да отстаньте вы! Не слишком ли вы быстрые, а, ребята? Живой еще? Живой. А вот теперь мертвый. Вот только быстрых некроморфов мне и не хватало. Для полного счастья. Вот теперь я абсолютно счастлив и рад данной игре. С аптеками вообще беда. А вначале их было так много, что я не знал, что с ними делать. Беда, печаль. Что, умер?
Хорошо. Идем дальше. Где? Кто? А ты тут откуда? Николь, не пугай меня. Аптечка, ну хоть что-то. Айзек, я установил, где ты, хотя сомневаюсь, что я мог туда добраться. Чертов корабль почти развалился пополам. Я добрался до мостика, тут полный хаос. Эти несчастные не имели никаких шансов. Я хочу разблокировать все двери, чтобы попасть в двигательный отсек. Попробую перехватить тебя уже там. То, что там такой был в этой спасательной капсуле, что шансов у них, видите ли, не было. У меня шансы есть, а у них шансов не было. Подозрительные трупы раскатываем на всякий случай. Так, сохраняемся. Нам как раз сюда и нужно. Так. И что это было? Кто тут? А я знал, что надо было их уничтожать. Затопчу! Фух, отбился. Так, и куда мне теперь? Работаем? Работаем. Но я сюда не пойду. А здесь я уже был. Понятно. А мистер, ты кто? Марк, нам надо поговорить. Меня зовут Терренс Кейн. Доктор Кейн. Слушайте внимательно. Времени мало. Если вы почините челнок, то есть задача поважнее, чем сбежать. Понимаете, силы, что может которые быть важнее? Можно, куда более могущественные, чем можно представить. Если вы сейчас улетите, вы обречете на смерть все человечество. Планета никогда не остановится, не отступит, пока обелиск не будет возвращен. Вы не понимаете? Церковь ошиблась. Это ловушка, я все видел. Пожалуйста, вы должны мне помочь. Кто? Кто тут такой крикливый? Кричат, понимаешь? Уйди! Уйди, мне тебя не надо! И что мне с ним делать? Какие звуки страшные. Ну что, ты где? Ух, ё! Прям засада.
На! Взрывайся! Давай, иди сюда. Ну не бойся, здесь все хорошо. Типа стильно умный, да? А вы тоже умные? Тоже. Отстань. А я дурак. А вот это было обидно. Ладно, подумаем, что с этим можно сделать. А подумаем мы в другой раз. Сейчас быстро дуем к сохранению и пора заканчивать. Слишком уж там жесткое место. Где мое сохранение? Вот. Все, подписывайтесь на канал, комментируйте, критикуйте, предлагайте. Всем пока.